Чемпионат мира по футболу в России завершился. Триумфатором стала Франция. Специалисты уже называют российский мундиаль лучшим по организации. Существенная заслуга в этом принадлежит волонтерам, в рядах которых были и наши земляки. В благодарность за успешную работу команда правительства Чувашии сыграла с добровольцами в мини-футбол. За игрой наблюдала наша съемочная группа. Это хоть и мини-футбол, но на зеленом газоне кипят большие спортивные страсти. Два тайма по 20 минут. Игроки правительства Чувашии уверенно ведут себя на поле, передают мяч друг другу, стараются не давать возможности соперникам приблизиться к своим воротам. Через несколько минут первого тайма атака нападающего завершилась успешно, и мяч попадает в ворота. Волонтеры не менее напористы, пытаются перехватить инициативу игры и чаще атаковать ворота соперников. Но все же на предпоследней минуте в контратаке команда правительство забивает еще один гол. Итог первого тайма 3-0. Молодежь не теряет надежды на победу. Игра нормально, на позитиве. Мы стараемся, все будет хорошо. Мы забьем гол. Мы в вас волнение, несыгранность. Разыграться надо. В пас больше, больше уверенности, все будет хорошо. Мы занимаемся командой регулярно, соответственно, у нас больше сыгранности, наверное. Ребят помоложе, бегают лучше, но пока вот нет понимания, наверное, в игре. В студенческий сервисный отряд FIFA 2018 попали 44 чувашских студента. Почти месяц в Саранске волонтеры встречали, провожали болельщиков на трибуны, помогали с переводом, объясняли, что где находится на стадионе, и просто создавали настроение для гостей со всех концов мира. По чистоте отбирали самых лучших студентов, самых лучших волонтеров, добровольцев, которые не только желание, да, а на самом деле вы по поведению, по ответственности, по сравнению с другими, лучшие были. Поэтому вы смогли поучаствовать. Это очень важно. Искренние слова благодарности поэтому вам выражаю. Потому что защищали честь России, и все иностранцы балдели в Российской Федерации, по сути дела. Я так скажу. Все болельщики ликовали. Я думаю, атмосфера праздника футбола захватила всю Россию, не только 11 городов, а все города, также наши Чебоксары, где была организована фан-зона болельщиков, где проводились трансляции матчей. Чемпионат мира по футболу стал, безусловно, самым ярким событием лета в мире. Волонтеры могут по праву гордиться тем, что вписали себя в эту историю. Рифат Фаткулин, Александр Петров, Республика.